пошли гуртрак! Так вот, я использовал просто особый рецепт. Я не знал, конечно же, что такое же делала, блядь, его мама. Мы, конечно, с этой почтенной дамой давно и, ну, скажем так, близко знакомы. Но как-то у нас все беседа не доходила до рецептов, блядь, шлейбуртранга. Блядь, короче, вот эта хуйня, я сейчас ее съем. Куда вторую? Типа, подобжарить это всегда хорошо, не помешает, я бы так сказал. Так вот, мы с ней тесно знакомы были, но мы как бы не общались на тему шлейбуртранга, к сожалению. А стоило. Точнее, не стоило, блядь, потому что я и так угадал ее рецепт. Видимо, что-то между нами в один минут произошло, и, ну, произошло, значит, так называемый обмен жопами, обмен ментальным полем, так называемый, это известный термин в научном мире микробиологии, если конкретно. Я узнал рецепт шлейбуртранга. Так вот, когда он сказал: «О боже, такой шлейбуртранг готовила яйца и член». Когда он сказал: «О боже, такой шлейбуртранг готовила только моя мама». Он сказал: «И что всем жюри не понравилось? Мне похуй, ты получаешь второе место». Первое место занял какой-то пидорок из, по-моему, Швеции или Швейцарии. Бля. О, фак. Нет. Я зря сметанку съел. Какой-то пидорок из Швеции. В целом, я за него рад, потому что за первое место давался Land Cruiser. Давалось, ну, пизда небольшая, конечно, на выходе, потому что никакого Land Cruiser никому не давалось, он его украл. У нас просто в студии, в которой мы снимали шоу, ну, шоу телевизионное, конечно же, если что, в эфир выходит, по-моему, 8 ноября, какие-то такие там сроки были. 8-е, там плюс-минус неделя, я не помню конкретно, по воскресеньям. На канале «Звезда», конечно же, на канале «Россия-24». Сразу после новостей о бомбежке Украины там будет показано. Может смотреть, в целом ничего интересного. Так вот, он украл Land Cruiser, блядь. Он у нас стоял, этот Land Cruiser, в студии просто как декорация. То есть, ну, это была настоящая машина, само собой. Это был ебаный Land Cruiser, да, ну, без шуток, заправленный, конечно же. Он стоял просто как декорация, потому что это самый главный шеф. Шеф Хуивлев у него фамилия. Это древний итальянский род Хуивлевы. Очень уважаемые люди. Они одни из первых слов в Италии начали готовить вообще пиццу, потому что... Я не помню... По-моему, они украли рецепт. А, подожди, чё я порочу эти, блядь, порочу древний итальянский род. Они были королевскими... Это в Италии тогда был король, когда происходила вся эта лихорадка с пиццей. Когда у них была... Когда у них была такая лихорадка с пиццей, они были придворными короля, блядь. Они работали на короля, они готовили ему еду. Так вот, когда появился рецепт пиццы в Италии, он, конечно же, уже был в руках итальянского короля. Это был, по-моему, Людовик XV, я не уверен. Типа, я историю в рот ебал, не в курсе совершенно, о чем речь. Так вот, он говорит своему... Как же его звали? Прадед того шефа Хуивлева. У него была фамилия Хуивлев, а имя... Марко, по-моему. Марко Хуивлев, да. Так вот, он сказал, Марко, может, ты мне таки приготовишь этот прекрасный пицца? Ему Марко отвечает: «О, хорошо, я приготовлю вам эту пиццу». А ему король отвечает: «Так давай, пожалуйста, быстрее, мои дети уже хотят есть. Да, Сара? Сара, ты покормила их?» Ну, жена его, Сара, отвечает: «Нет, дорогой, я не покормила детей. Почему ты ко мне лезешь? Почему ты ко мне постоянно лезешь?»
Король отвечает: «А в чем проблема? Я хочу знать, я король Италии, я хочу знать, что происходит, что таки происходит с моими детьми. Сара, почему ты не даешь узнать, что происходит с моими детьми? Сара?» Ну, он ее чутка ударил, конечно. Там небольшая потасовочка завязалась. Ну и пока они пиздились, Марко взял, значит, муку, воду, блядь, соль. Так вот тяп-ляп, смешал все. Получилось тесто, оно вот так бам, шляпнуло, оно вот такую питу, значит, к слову, пита, о, блядь, питу, значит, питу, тогда это питой называли. Развалилась эта хуйня в питу, он туда помидор ёбнул, из карманов просто достал. В то время шефы просто всегда носили еду в карманах, потому что, ну, мало ли что, надо будет сделать срочно борщ. В то время просто все готовили борщ всегда, и это считалось нормальной едой, перекусом, обедом, в целом. Хоть ужином, хоть королевским завтраком. То есть этим питались и короли, и бедняки. Вот борщ. Чтобы вы понимали, там концепция, если кратко, была такая, что борщ изобрели... Блять, у меня курица выпала. Борщ изобрели древние русы, если вы, ну, если вы не в курсе. Я вам расскажу, конечно же, об этом в отдельном видео. Попросите меня об этом в комментариях. Если интересно, конечно, я расскажу. Так вот, борщ изобрели древние русы. Ебать, очень вкусно. И тогда все питались в Италии, в Испании, в Греции, все питались борщом. Так вот, в борщ входили помидоры, сыр, моцарелла, как правило, разные могли быть сыры, конечно же, но чаще это была моцарелла, потому что, ну, хуй знает, она была вкусная, говорят, там много теорий, конечно, почему это была моцарелла. Тут сложно спорить на эту тему, потому что, ну, теорий много, да и спор в целом бессмысленный. Короче, это была моцарелла. Дешевый сыр, его везде делали. Его изобрели, к слову, опять же, русы. Русы его изобрели, подоив мамашу одного известного человека. Из него вышло молоко, и, собственно, произошло такое, что, ну, забыли про это молоко. Оно под коровой стояло долго-долго, она ссала туда, солей вложила, собственно, в... Ну, там ведро стояло такое. И пришло такое, что молоко забродило. И когда туда пришли русы через пару месяцев, они увидели, что у них очень пахнет вкусно в хлеву моцареллой. Они сразу сказали: «А, моцарелла!» Нет, они сказали вот таким образом: «Пицца моцарелла!» Нет, сейчас... Пицца моцарелла, пицца моцарелла, пицца, а, как там? Моца, 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 а, моцарелла, моцарелла, моцарелла. Нельзя кричать, блядь, ради эти... Ребенок спит, блядь, этажом выше. Короче, они так вот закричали: пицца моцарелла, пицца моцарелла, рера, 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 и появилась моцарелла. Thank you.